Самарская область стала лидером рейтинга инновационной активности. Исследование проводила Ассоциация инновационных регионов России. Всего эксперты насчитали 26 ярких и значимых событий в этой сфере. И это только за июнь. В итоге первое место по стране. Следом с отрывом всего в один пункт Томская область, бронза досталась Калужской, далее по списку Татарстан и Новосибирская область.